Всем привет, дорогие друзья, это Саван. Продолжаем с вами играть в Breezage. И... короче, у меня так не получилось выбраться... да, из глюка, который мы тогда словили. Вот меня чем ударил тогда. Так, короче, попробуем еще раз туда тогда проникнуть. Тем же самым образом. Так, теперь бежим сюда. Надеюсь, что в этот раз будет попроще. И мы, по крайней мере, не зависнем. Так, сейчас мы узнаем об этом. Вероятно, это и есть центральная панель. Так, может быть, походить здесь где-нибудь еще? Не знаю. Кто-то любил ломать лампы, так как на ремонт это мало похоже. Так, теперь у нас есть круглый светильник. Так, теперь у нас есть очищенный металл, я не знаю. О! Теперь у нас есть изоленты, вагон просто. Класс! Просто надыбали огромное количество ресурсов здесь. Ну, а теперь главное, чтобы мы не подвисли еще. Так, а что у меня было в прошлый раз? Давайте в этот раз возьмем сканер в руку, я даже не знаю. С первой попытки это было легко. Ты не уметь лгать. Твоя не могла сделать что-то так просто и ничего не сломать. Рассказывать правда. Подтверждать? Подтверждать. Есть подозрение, что панель слегка неисправна, но, судя по датчикам, под ней был скрыт незадокументированный проход. Так, вот теперь нормально. Не знаю, что конкретно помогло, но главное, что мы этот самый. Нет никаких данных об этих помещениях. Здесь что-то произошло, хотя вы, скорее всего, это заметили. Да, я, скорее всего, это заметил. Так, консоль. Прочность у консоли есть. Так, ладно. Прочность консоли 25 из 25. Так, здесь у нас можно поесть, попить, но это вроде как не очень сильно нужно. Так, здесь я смотрю... так, смолу, чтобы ее не ковырять, это хорошо. Да, здесь прям явно что-то случилось. Так, кусочки железа тоже возьмем. Ух, елки-палки. Это точно один из гробов агентства Брэссидж, но его идентификационный номер отсутствует в моей базе. Не будет использован даже таким отрывком. При разработке ядра были задействованы все наши наработки в области квантовой физики, а также обогащенный сплав. Потенциальная мощность ядра вышла за пределы первоначальных расчетов. Мы ставим на пороге открытие гиперпространственного двигателя, хотя в настоящий момент у нас нет технологии для корабля, который бы выдержал гиперпрыжок. Лайнер без названия должен успешно пройти полевые испытания и дать нам ответ о стабильности ядра. Но в этом эксперименте мы уверены на 200%, иначе не подвергли бы опасности жизни пассажиров. Понятно. Значит, уникальность лайнера без названия не в его размерах, а в новейшем энергетическом ядре. Может быть, именно это заинтересовало зеленую вселенную. Нам же лучше забыть эту сверхсекретную информацию. Похоже, не вы один любите уничтожать важное оборудование. Теперь даже я не смогу подсоединиться к этой панели. Остается только доломать все вокруг. Есть шанс, что это активирует протокол защиты ядра автоматически. Ну, или убьет кого-нибудь в этой комнате. Отлично. Это мы умеем. Так, доломать все вокруг, это мы умеем, это мы практикуем. Так, что-то еще можно сломать. Так, 6 объектов из 8. Так, что-то еще можно ломануть. Причина гибели — тупая травма головы. Тупая травма головы. Так, изучить расплавленный кусок металла. Что это такое? Расплавленный кусочек металла похож на расплавленный кусочек металла. Это пистолет. Остатки боевого бластера. Гражданские лица не имеют доступа к данным технологиям. О! Если вы попытаетесь... новая схема бластер. Осуществить проникновение в технический отсек, предоставить доступ к отсеку объекту. Сопротивление объекту не оказывать. Собрать подобное оружие, я буду вынужден направить отчет об этом в соответствующие органы через поврежденный канал связи на вашем скафандре. Так, выключить. Так, объектов сломано. Так, его, короче, можно не ломать. Это я молодец, что я, чтоб я это додумал. Так. Зафиксировано снижение активности ядра. Похоже, у вас получилось запустить протокол защиты, хотя в документации к лайнеру сказано, что это возможно только при стихийном бедствии. У вас талант.
Меня талант, конечно, у меня талант, ребята. Так, и теперь я могу еще крафтануть себе бластер. И это очень хорошо, хотя, честно говоря, хрен его знает. Ну, по крайней мере, я могу им тогда опору сдолбать. В любом случае, польза от этого определенно есть. Плюс мы набрали какое-то запредельное количество ништяков здесь. Это вообще отличный был заход. Так, заход отличный. Это мы, соответственно, сделали все. Что можно с собой еще водички взять, например? Так, я набрал схем. Так, это разломать нельзя. Так, хорошо, значит, теперь надо сохраниться на случай, если будет еще какой-нибудь неприятный баг. Так, причастность зеленой вселенной к крушению лайнера отрицать невозможно, но некоторые детали в их поведении и гибели не соответствуют основной идее теракта. Так, о, кстати говоря, эту смолу я бы взял вместо уж воды тогда. Так, зеленая вселенная. Так, ладно, там дальше электричество, там меня дальше никто не ждет. Так, этих ребят мы, соответственно, тоже не трогаем. Так, все, можно теперь валить назад. Товарищ, короче, здесь ни хрена так не собрал. Так, пылесос, ладно, возможно, мы можем крафтануть себе тогда более хороший улучшенный пылесосик. Так, ну что, время возвращаться назад тогда в таком случае. Походу, нам надо немножечко разобраться теперь со всем, что мы нашли. Еще я хотел бы найти улучшенный баллон, конечно. Так, мне же сюда, да, сюда мне не надо. Здесь у нас ничего интересного нет. То, что здесь было, я уже собрал. Так, план жилого отсека я уже отсканировал. Так, план жилого отсека я отсканировал. Так, идем теперь назад на наш пылесос. Так, идем назад на наш пылесос. А здесь можно еще куда-нибудь проникнуть? Я думаю, что нет. Ну да, это все не похоже на входы, это просто какие-то штуки. Так, ладно, значит, получилось по умолчанию просто так взять нормальный вход сразу. Так, там у нас остаются еще дополнительные штуки, из которых мы можем вытащить энергетические модули, это хорошо. Так, там у нас инженерный челнок, здесь мы сможем запитаться дополнительно кислородиком. Так, давайте посмотрим, что я здесь еще не нашел. Там явно что-то есть. Там явно что-то есть, и туда явно неплохо было бы сходить. Так, тогда мы сейчас, значит, соответственно, вот так вот сделаем. Мне, правда, уже, конечно, на базу надо бы. Я просто хочу себе классный этот самый модуль с кислородом найти. А он может быть как раз именно там. Может, его там и нет. Так, медведя можно выбросить. Так, расплавленный кусок металла, похоже на бластер. Отрывок документа и журнал Космополита, а также код и приказ мы, в принципе, можем тоже отсюда нахрен выбросить. Так, они нам не нужны. Так, пойдем посмотрим, сможем ли мы добраться вот туда. Рядом. Так, вот этот вот товарищ будет на меня нападать? Это, по-моему, мусорщик, насколько я помню. Так, ну, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Ну, у нас тут металл, титан, так, и электроника. Электроника здесь самая ценная, ну, медок такой себе. Так, ну, давайте вот это еще раздолбаем. Мы сейчас себе будем еще... классные ломы делать. А не те, которые у нас были до этого. Так, строительный набор, ну не знаю. Наверное, нужен. Так, это что такое? Чайка? Я слышал, что на больших судах заводятся не только хомяки, но даже чайки. Хотя не думал, что это правда. Похоже, это питалось мусором. Любопытно. Теперь у нас вместо кур еще и чайки есть, судя по всему. Так, лом, еще один лом. Так, ломы, в принципе, эти можно доламывать. Доламывать ломы. Так, тут у нас еще один лом. Короче, лом на лом на лом на лом. Хорошо, ладно, давайте тогда еще вот этот раздолбаем. И, наверное, можно потихонечку двигать на базу будет. Так, проволоку возьмем. Так, проволоку возьмем. Жижа мне, в принципе, не нужна. Так, соль, ну, тоже не очень сильно. Так, хорошо. Здесь у нас ничего нет. Значит, здесь у нас нет того рецепта, который я планировал получить здесь. Очень жаль. Так, ладно.
Ну, где-то здесь по-любому это есть. А если не здесь, то там, где были военные, соответственно, куда изначально планировал, пока сюда не нашел. Ладно, сейчас мы здесь еще походим, посмотрим. Или, по крайней мере, пролетим. Он должен сказать, что здесь есть что-то интересное. Если он так скажет, то тогда мы туда залетим и возьмем там рецепт. Так. Вот это вот что-то прям похожее, в принципе, на то, что мне нужно. Но похоже, это не значит то, что надо. Так, вот это что такое? Так, магнитофон, ладно. Магнитофон, это, конечно, хорошо. Так, что тут у тебя есть? Так, походу, у нее тут ничего нет. У меня больше нет сил, хватит. Когда я мирно засну от таблеток, вина ляжет на них. Так, ладно, вина, может быть, и ляжет на них, конечно. Что там? Добывать резину? Ну, это ладно, такое себе, конечно. Что тут у нас вывалилось? Так, инвентарь вообще полон. Блин, а батарейку надо взять. Батарейка — это очень важно. Чайка — это, конечно, тоже важно, но батарейка все-таки важнее. Так, лампочка вот не очень как раз. Лампочка как раз не очень. Так, садимся на наш скутер. Блин, я до сих пор тогда не понимаю, где необходимый мне баллон. Так, там у нас можно было какую-то шляпу взять. Шляпа — это, конечно, круто тоже. Так, дайте-ка мы посмотрим. Есть здесь что-нибудь похоже на ту картинку? Так, по идее, я сейчас картинку смогу посмотреть. Так, сейчас мы себе пополним кислорода, потому что картинку надо смотреть рядом с кислородной станцией, по-любому. Так, теперь давайте идем поизучаем. Значит, мне нужно снаряжение. Мне нужен, как он называется, военный баллон. Не, ну это не здесь. Это не здесь. Это военный баллон, аналог, скрутив так. Там, короче, есть куча всяких астероидов. И такая штука, короче, с оранжевой трубой. Здесь есть что-то такое похожее? Нет, ну здесь, походу, ничего такого нет. Тут штука тоже не похожа. Где-нибудь внизу есть только, но нет, это не здесь. Это не здесь, это однозначно не здесь. Так, там у нас еще живые штуки. Так, хорошо, значит, летим отсюда. Надо, в общем-то, выкинуть. Хотя, может быть, мы сейчас и залетим туда, куда я думал изначально. Так, ладно, пока вылетаем отсюда. Вылетаем отсюда примерно так, как залетали. Так, заодно посмотрим. Но нет, этого места здесь у нас нету. Так, ну если его нет здесь, то где-то оно по-любому здесь должно быть. Так, давайте мы посмотрим, такие что... Такие пробоины могло оставить только главное орудие лайнера. Богатырь, если оно все еще функционирует, то очень надеюсь, что реагировать на такой маленький объект, как ваше тело, богатырь не станет. Да, мы уже с него выстрелили, уже поздняк. Так, где же кислородный баллон-то у нас еще один дополнительный? Вот там, нет, подождите, там мне из бластера надо палить. Блин, там мне надо палить из бластера, там шляпа. Тогда я не знаю, где это. Так, это я уже пролетел немножко дальше, чем планировал. Так, ладно. Значит, не совсем. Пойдем тогда запитаемся кислородом вот здесь. И отсюда тогда полетим по направлению к базе, посмотрим, что мы можем крафтануть из этого из всего. Я боюсь, что я бластер не смогу крафтануть из-за отсутствия необходимого количества вот этих энергоячеек. Хотя, по идее, у меня энергоячейки там еще две штуки должны валяться. Я не знаю, просто сколько их нужно на крафт бластера. 5 штук я израсходовал на то, чтобы пальнуть из, соответственно, вот этого главного калибра. В общем, не знаю, сейчас посмотрим. Так, где у нас... О! Так, ладно, полетим.
полетим отсюда. С анализатором еще непонятно, что делать. С инженерным скафандром еще непонятно, что делать. Но мы еще не все изучили. Или все. Хотя вот 1800 метров, там еще какая-то лажа должна быть. Так, здесь у нас 300 метров. Так, там у нас военная станция. Еще вот где-то здесь я хотел посмотреть, в районе военной станции. Может быть, где-то здесь еще есть отдельно висящий такой вот объект, который нам, собственно, нужен. Так, вон там зелененько осталось. Короче, как раз необезвреженный кусочек. Возможно, вот где вот этот необезвреженный кусочек, там есть нужная нам штука. Но может быть и нет. Так, там у нас инженерный отсек. Там у нас кислород. Так, а здесь-то я, получается, все обезвредил. Ну да, нет здесь ни хрена. Там надо инженерный костюм, чтобы туда пролететь. Ну, еще можно мутануться куда-то вниз. В принципе, тоже как вариант. Потому что здесь, получается, я все уже раздолбал. А, вон там еще вот такая еще штука есть. Да, вон последняя зеленая. Но это не она тоже. Там наверняка тоже что-то есть, но это не то, что мне нужно. Ладно, мы сейчас сюда зайдем. Где-то неподалеку, турель. Да, я знаю. Сейчас мы сюда зайдем. Где-то неподалеку. Так, где-то неподалеку выключим эту турель, а как раз на всякий случай изымем у нее элемент. Так, где там эта тюрель? Вот она. Так, возьмем из нее элемент. Так, где он? Где элемент? Вот он, элемент. Так, ой, господи. Так, блин, инвентарь полон. Че бы выкинуть? Че бы выкинуть, че бы выкинуть? Так, давайте бутылку с водой выпьем. Так, возьмем отсюда элемент. Так, и она у нас защищала вот эту часть. Хотя, кстати, чуть похоже. Да, это, наверное, она все-таки. Это же целый полковник. Ну, или не совсем целый. В любом случае, у правительственного скафандра такого уровня должен быть неплохой. Вот, вот. Точно, я так и думал, что это все-таки здесь. Так, отлично. Значит, мы нашли все-таки то, что я планировал. Так, надо просто свечу сажать еще одну. Есть ли здесь что-нибудь полезное? Так, здесь, короче, у полковника правительственных сил, естественно, все во взятках. Это очевидно. Так, плюс мы еще один гробик вскрыли. Так, ну и что, теперь уже на полном серьезе можно отправляться на базу. Теперь нас уже точно ничего здесь не держит. Отлично, получился классный рейд. Так, теперь едем назад тогда. По идее, я преспокойно долечу на новых ускорителях, потому что ускоритель работает вообще великолепно. 41 метр в секунду и уже прям очень давно. То есть 800 метров я на такой штуке за 20 секунд буквально пролетаю. Значит, долететь я должен не вопрос. Так, по идее, тогда у нас сейчас будет возможность сделать себе новый пылесос. Может быть, за место этого. Где-то надо будет еще найти, кстати, еще один штурвал. Ладно, мы сейчас тогда... Еще инженерный костюм надо будет найти. Ладно, мы сейчас тогда полетим по местам боевой славы, посмотрим. И с расшифровкой вот этих вот штук, я не знаю, нужны они тогда или не нужны. Потому что я так и не понял, вот этот вот чат с этими, всем привки в этом чате, это было все? И мне эти больше штуки не потребуются? Или на самом деле для чего-то они еще нужны? Непонятно пока. Возможно, я их зря просто храню. Ну, однозначно, без инженерного костюма я не смогу пролететь дальше. Так, мне еще я хотел крафтануть штуку, которая нужна для создания базы. Да. Так, вывалимся отсюда. Правда, непонятно, нужно ли мне эту базу вообще создавать. Так, давайте посмотрим, что тут мы надыбали с вами. Во-первых, снаряжение. Я хочу себе промышленный баллон. А, блять, военный баллон нужно несколько. Вот дерьмо, я что-то не обратил внимания, что один из двух. Так, а где же мне тогда взять второй? Так, снаряжение. Так. Значит, у каких-то высоких чинов. Ну, блин. Второй тогда должен быть у военного, где-то в этих самых, у генерала однозначно.
Я даже не знаю. Так, ладно, это мы тогда будем отдельно искать. Че я еще нашел? Так, взятка понятна. Вот, усиленный лом. Усиленный лом. Так, этот лом мы тогда не усиленный выкинем. Вместо него возьмем усиленный. Из очищенного металла и титана делается усиленный лом. На 99 замахов. То, что надо. Так, этот лом мы давайте выбросим. Так, и сделаем себе усиленный лом. Так, отлично. Теперь у нас есть охранительный лом. В принципе, можно два таких лома сделать. Так, секатор. Один секатор тогда мы выкинем. Блин, мотать мне секаторов. И столько секаторов на самом деле не нужно. Оставим пока здесь. Так, ремонтный инструмент один нам нужен. Так, записка, ключ карты я тоже не знаю. Наверное, не нужна. Хотя, вроде как, ее куда-то можно было установить. Ладно, бластер. Бластер тоже я собрал только кусочек? Или я полностью могу бластер делать? И где она вообще? Снаряжение, инструменты, предметы. Так, воспламенитель это не то. Так, большая кислотенная свеча это не то. Вот я бластер из них. А, вот бластер. Так. Какая нахрен лейкоплазма? Что такое лейкоплазма? Что такое лейкоплазма и как мне ее собрать? Это не та ли херня, которая там летала, такая сверка красненькая. Угу. Так, ну ладно. Так, во-первых, мне нужен еще один чемодан. Это однозначно. Потому что вот это все надо куда-то положить. Так. Так, куда-нибудь сюда выкидываем еще один чемодан. Не-не-не-не-не, выкидываем. Так, выкидываем еще один чемодан и перемещаем туда все сокровища, которые мы с вами надыбали. Потому что здесь прям реально до хрена всего. Так, батарейки, вот эту вот всю ерунду, вот это тогда перемещаем сюда. Так, нам тоже надо оставить себе место для сбора всякой ерунды. Так, ладно, у меня есть... Таких ломов мне все-таки нужно два. Так, там нужен был очищенный металл и титан, по-моему. Так, возьмем пару очищенных металлов. Так, возьмем себе титан. Так, и крафтанем себе еще один такой. Пусть у нас их будет два. Так, все, отлично. С этим у нас все хорошо. Так, теперь давайте объекты досмотреть. Не объекты, а... Так, транспортное средство, подождите. Как мне собрать транспортное средство? Так, ну-ка, транспорт. Вот, пылесос, ракета. Способ крафт. Так, пылесос, ракета. Так, а как же мне нахождение не встречается? Мощный двигатель, так. Как мне крафтить эти ресурсы? То есть мне нужна, видимо, все-таки база теперь. Без базы я, наверное, такого сделать не смогу. Так, ладно, а как тогда делать базу? Давайте смотреть. Для этого мне нужен инструмент под названием диспенсер. Батарейка, индуктор. Очищенный металл, утолщенная изолента. Индуктор. Так, индуктор один я потратил. И теперь мне взять еще один индуктор. Металл, пластик, проволока. Угу. Так. Так, возьмем пару проволоки. Так, алюминий у нас тут есть. Короче, что у нас еще есть? Пластика тоже себе набираем всякого разнообразного. Так, что-то там еще нам нужно. Очищенного металла возьмем. Так, утолщенные изоленты. Металл, пластик, проволока. И самый обычный металл. Самый обычный металл у нас лежит вот в этом ящике. Так, самого обычного металла заберем. Так, давайте крафтанем это все. Так, композитные. Делаем себе индуктор. Так, делаем индуктор. Теперь делаем... Так, батарейка еще нужна. Блин, а батарейки у меня еще остались? Так, здесь не осталось, а здесь? Здесь осталось. Так, и батарейка. Так. Делаем диспенсер. Так, диспенсер у нас готов. Ладно, допустим, мы поставим диспенсер. Из изоленты, короче, будем делать все всякое. Так, ну хорошо. И как мне это построить? Так, модули, блоки.
Так, кухня. Кислород. Шанс пробоин 4%. Пластик, титан, проволока. Ба-пам-пам-пам. Потолок. Экран состояния базы. Ну, это прям сабнатика, ребят, пошла, походу. Так, блотики. Так, исследовательский стол. Можно пораскинуть мозгами. Так, что-то изучить. Так, входной шлюз. Шлюз коридора. Но из коридора, что очень удобно. Так, стенд для скафандра. Можно разместить в специальном освещенном стенде. Оптимальная температура, сохранять такую дорогую вещь в идеальном состоянии. Короче, это типа для красоты, я так понимаю. Так, защитный кожух у нас делается из свинца, кислородный генератор. Так, где мне все это делать? Я могу делать вообще где угодно. Так, алюминий и титан. Входной шлюз. Так, давайте мы возьмем, не знаю, сейчас наберемся всякого. Так, нет, не строить, а открыть. Так, допустим, я хочу набрать себе там всякого титана, чищенного металла, что там мне еще нужно. Изолента, не знаю, что-то вот строительный набор, короче, какой-то. Так, что это могу построить? Во! Малый жилой отсек, малый транспортный отсек. Для стыковки челноком, обслуживание других видов транспорта. Его можно не строить вообще и бросать в свой... Так, все понятно, ладно. Малый жилой отсек. Энергия минус 12. Энергию еще должен получать. Так, куда это строится вообще? Где угодно? Да, просто это строится в воздухе. Угу. Так, просто в воздухе я беру и строю такую штуку. Тогда надо понять, где мне ее строить. В принципе, вот это нормальное место для строительства. Так, для всего нужен металл, строительный набор. Так, строительный набор, строительный набор, строительный набор. Так, коридор. Так, малый транспортный отсек, средний жилой отсек. Так, наиболее практичный вариант. Всю необходимую даже инфраструктуру от кровати до туалета. Так, малый технический отсек. Так, ладно, давайте тогда идем сюда. Я не знаю, где. Я просто не знаю, где буду строиться. В общем, здесь примерно по центру от всего. Но с другой стороны, практически все, что мне нужно, просто если туда и туда можем летать, но все, что мне нужно, расположено там дальше. Поэтому, наверное, мне имеет смысл идти где-то дальше строиться. Так, давайте смотреть, что у нас тут вообще со стройкой есть. Раз уж мне на все нужны строительные эти самые блоки, так, давайте строительных блоков возьмем, которые какие есть у нас. Так, строительные блоки есть. Далее мне надо будет построить себе... Чем модули отличаются от блоков? Так, блоки это, видимо, в модулях. Сначала я строю модули, а блоки это часть модуля. Так, ну, по крайней мере, очень логично, если это будет так. Кислород минус 9... Шанс пробоина плюс 4. Так, мне нужен, допустим, металл для этого. Так, для трубы, для коридора. Для коридора нужен просто строительный набор. Для этого нужен металл. Так, шлюз нужен алюминий. Так, шлюз коридора и шлюз этого. Так, что-то еще у нас есть. Защитный кожух. О, кислородный генератор. Так, и энергогенератор. Угу. Так, мне нужны генераторы, мне нужны индукторы. Для того, чтобы это сделать, чтобы это заработало. Так, генератор, индуктор. Так, генератор, индуктор. И что еще? Что еще, что еще? Исследовательский стол. Алюминий, смола. Так, генератор, индуктор, алюминий, смола. Ладно. Чувствую, надо будет, наверное, в следующей серии заниматься строительством этого всего. Так, предметы. Так, сейчас ресурсы композитные. Индуктор. Так, нам нужна проволока. На генератор нужна щелочь. Электроника и проволока. У нас, по идее, все это есть. Так, хотя это ткань. Так, ладно, возьмем еще немножко проволоки. Так, щелочь есть. Так, электроника нужна. Электроника нужна. Так, что там еще нужно было? Так, смола там была нужна. Причем смолы нужно было несколько. Так, это все еще надо будет оттуда перетащить, я так думаю. Так, откроем вот это тоже. Так, еще несколько смолы. Еще металл. Так, щелочь, не знаю, пока не нужно. Так, давайте крафтанем эту ерунду.
Так, это у нас ресурсы композитные. Так, индуктор. Так, на генератор еще проволоки не хватает. Так, проволоки у меня как раз, в принципе, прилично. Так, давайте еще проволоки возьмем. Так, используем снаряжение. Нет, не снаряжение, ресурсы композитные. Так, генератор. Так, генератор у нас... Кстати, генератор у меня где-то валялся. Зря я его крафтанул из этих ресурсов. Ладно, хрен с ним, крафтанул. Так, теперь я смогу сделать так. Из смолы малотранспортный отсек. Большой технический, маложилой, малотехнический. Так, большой технический, нужна электроника. Средний жилой. Так, средний жилой, большой технический, допустим. Так, нужна... Блин, я не могу сюда залезть, когда у меня эта штука. Так, возьмем еще электроники. Здесь пролетает очень много мусор. Связь становится нестабильным. Если я пропасть, не переживай. Просто оторвать мусором антенну, я буду постараться ее ремонт. Детка вообще крутая. Так, теперь мы можем сделать большой технический отсек. Так, средний жилой. Нам нужен просто металл. Так, нам нужен просто металл. Так, еще его возьмем. Так, хорошо, большой технический, средний жилой у нас делаются, блоки. Кислородный генератор у нас делается, титан-алюминий. Титана у меня, в принципе, на все вроде хватает. Так, ну что, ладно, значит, тогда на сегодня можно закончить, а в следующей серии мы тогда, сейчас только надо прикинуть, где мы будем это делать. Но здесь по факту ни хрена нет. То есть нет никакого смысла делать здесь базу. Базу тогда имеет смысл делать где-то вон там. Потому что все на 2000 отсюда. А частично еще на 2000 оттуда. То есть, наверное, где-то вот туда вот надо будет... ну, не знаю. Примерно вот туда куда-то надо будет проникнуть. И там тогда хреначить базу. Я думаю, что как-то так. Потому что здесь она, ну, на самом деле, реально не нужна. Да, это на перепутье, но мы, если что, можем использовать просто вот этот челнок для того, чтобы здесь мимо перемещаться. А там тогда как раз нам эта база, может быть, чем-то и поможет. Не знаю. Короче, посмотрим. Я думаю, что я где-то там организую базу. Мы тогда сядем с вами на мопед и доедем туда, посмотрим, как у нас это все будет функционировать. Плюс еще на коридор-то мне нужно будет, скорее всего, на несколько коридоров. Мне же надо будет эти отсеки еще каким-то образом соединять. Ладно, чуть начнем строить, потом видно будет. Если что, всегда можно сюда мутануться и взять дополнительные вещи. Короче так, ладно, ребят, тогда на эту серию заканчиваем. В следующей серии продолжим уже строить базу и посмотрим, что нам это даст. А на сегодня тогда я с вами прощаюсь. Спасибо, удачи и всего вам доброго.